В последнее время я еще раз хочу подчеркнуть, вот с Владимиром Владимировичем мы встречались, он больше уже о Приморском крае говорит, чем о Питере. Я ему однажды об этом сказал. Он все время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время. Я уже и детям сказал, в следующем году выберем время, и обязательно озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин, естественно, и Камчатка. Все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы. Но если вам нужна будет помощь, которую мы можем вам оказать, ну, вы знаете наши возможности, мы всегда готовы подключиться, начиная с вашего первого такого знаменитого места, где строится космодром Восточный. Я и хотел побывать, если мы договоримся там, посмотреть, как начнут работу наши строители. Ну и до Камчатки посетить этот регион. Хотелось бы посмотреть, что на самом деле представляет собой этот край. Поэтому думаю, что в следующем году мы с вами увидимся уже у вас там, так сказать, на родине.